центра Ярдам. Это вообще, конечно, я приятно удивлен. Вот такое впечатление, как будто попал в другой мир. Потому что то, что я вижу здесь, нету в обычной жизни. Я могу смело сказать об этом, потому что вот здесь же вот как-то все по-домашнему, по-семейному. И вот нету вот этого вот снобизма, что ли. И вот у этих педагогов учиться приятно. Я очень, вот настолько мне нравится вот эта атмосфера. Вы знаете, честно, вот я считаю все-таки, что, ну, это все-таки заслуга Маляки Ханум и, конечно же, всех тех, кто здесь работает. Ну, по крайней мере, люди работают здесь с душой. Вот здесь делом занимаются. И занимаются с душой. Каждый знает, чем он занимается, и каждому нравится этим заниматься. Я уверен, что нравится, потому что так самоотверженно, чтобы к работе подходили, я просто не видел. Я просто в восторге, честно. Вот я такого еще не видел.